Ребята, всем привет! Пришли мне две посылочки с сайта AliExpress, они общей тематики. Это у нас товары для творчества, это все для рукоделия. По-моему, это называется пуговки. Да, так и есть пуговки, но может быть там в каждом ремесле они как-то по-другому называются. Так, давайте сначала откроем большую, вот это побольше. Стоит она 236 рублей, $3.46, 244 рубля она сейчас стоит. Здесь 200 штук, пуговки из пластика. Шла посылка 17 дней. Ну, тут так и написано. Баттон или буттон, не знаю, как правильно. Открываем. Так. Ой-ой-ой, сколько тут много. Ну, считать я их не буду. Поверю на слово китайцам. Давайте мы их высыпем. Или все не высыпать. А то потом замучаюсь собирать. Так, вот такие у нас пуговки. Давайте чуть-чуть высыплю. Парочку штучек. Так, ну тут вообще их много, да, разных-разных. Так, ну вот я несколько высыпал. Вот, пакетики, посмотрите на них. Интересно, я во время видео могу фотографировать? Ну, похоже, могу. Прикольно. Так, можно делать сразу скриншоты экрана. Так, и вот такие штучки. Ну, такие пуговки такого размера. Не очень маленького, но средние. Тут вообще разные-разные. Посмотрите, сколько всего прикольного. О, я думаю, заказчику понравится. Красота. Красотища-то какая. Так, все, это мы будем советовать. Прикольно. Можно много всего шить с такими пуговками. Так, уберем их в сторону. Сейчас будем сравнивать качество с другой посылкой. Здесь у нас уже посылочка поменьше. Здесь эта посылочка 123 рубля стоит, $0.81, 125 рублей. Сейчас она стоит 60 штук, но это у нас экологические пуговки. Типа для детей и так далее. Но я не знаю, как может быть пуговка сама по себе экологическая, если она из пластика. Ну, позиционируется она типа как... Для детей не опасная. Ну, нежелательно, чтобы ребенок их ел, разумеется. Так, тут у нас пусто. Так, вот, по-моему, здесь у нас уже повеселее все. Вот это все у нас выглядит так. Да, здесь они уже такие 60 плюс 3. О, даже 3 в подарок. Ну, тоже считать их не буду. Давайте мы их откроем поскорее уже. Так, ну давайте их вот так высыплю побольше. Побольше их высыплю. Вот такие у нас здесь остались. Вот тут и смайлики есть, и машинки, и вообще всякие приколюшки. Классно, классно. Так, давайте, вот здесь видите, какой-то... О, они даже какие-то... Вообще... Да, мне эти прям больше нравятся. Откровенно говорю. Но эти просто такие уже, такие более причудливые. Вот видите, тут и мишка есть, и бантик, и какие-то розы желтые, и морковка какая-то. Что это за морковка, что это за цвет? Гнилая морковка. Такая вот у нас божья коровка белая. Ну, вообще много-много-много всего. У меня на телефоне экранчик маленький, может быть, на качество HD, может быть, вы там и увидите. Вот, издалека всю эту красоту. Ну, давайте сравним, что им такое простенькое. Ну да, здесь такие, знаете, о, простенькие пуговки. Вот. Тут даже их и... А, нет, можно есть что сравнить. Вот. Вот что можно сравнить. По-моему, одно и то же. Только я забыл уже откуда что. Так, ладненько. Вот такие у нас были сегодня товары для творчества. О, целый набор. Шей да обшейся. Подписывайтесь на канал, ссылки в описании, как всегда, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Пока!